Мы спортсмены, которые начинают свой путь к спортивным вершинам. Тренеры, которые горят своим любимым делом и каждый день трудятся на благо спорта. Спорт всегда был и остается вне политики. За четверть века наша страна вошла в двадцатку сильнейших спортивных держав мира и прочно удерживает свои позиции. Благодаря победам наших спортсменов о Беларуси знают во всем мире, и бобруйчане среди них не исключение. Мы гордимся всеми успехами, которые добивались и добиваются наши атлеты, тем самым вдохновляя подрастающее поколение на спортивные достижения. Без слаженной работы и взаимопонимания достижения были бы невозможны. На протяжении истории развития нашей суверенной страны спортсменами прославлялись государственные символы и цвета белорусского флага. Долг спортсмена – не выступать с политическими призывами, а побеждать на спортивных аренах, радуя своими достижениями болельщиков. Благодаря совместным усилиям совершенствуется спортивная инфраструктура, уделяется огромное внимание развитию спорта, высших достижений и массовому спорту. Нам по праву есть чем гордиться. Без преувеличения, Беларусь живет спортом. Все это было бы невозможно без поддержки со стороны государства и национальных федераций. Мы хотим спокойно готовиться к предстоящим стартам. И считаем недопустимыми умышленное разжигание вражды и конфликтов, деление спортсменов на своих и чужих. Не надо их оскорблять, угрожать, травить в социальных сетях. Мы не хотим потерять нашу страну и будущие спортивные победы. Мы хотим жить в мире и согласии. Убежден, что наши белорусские спортсмены способны радовать наших болельщиков высокими спортивными результатами, громкими победами на важнейших международных стартах. Мы хотим защитить нашу мечту – стать чемпионами. Для нас это вся наша жизнь.